Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. Телеканал Континентальной хоккейной лиги рад вас приветствовать. И мы с вами отправляемся в славный город Казань. Стартовала у нас встреча. Выигрывают стартовое бросание. Питерский СКА играет с рижским Динамо. Ну и как обычно, по традиции, все самое интересное показывают каналы КХЛ ТВ и КХЛ ТВ HD. Акбарс рвется в контратаку. Неплохой может быть момент. И гол! Наброс на пятак. И что там Варнаков все-таки, похоже, забивает. Или рикошет был. Очень динамичный момент. Давайте посмотрим. Как же шайба оказывается в воротах. Ну вот, тут покритиковали немножко Варнакова. 7 матчей не забивает. И, пожалуйста, похоже, на него будет записана эта шайба. Усен. Бросок. На подборе вновь казанцы. Бурмистров. Передача. И момент! Спасает Илья Проскуряков. И Череповецкая Северсталь. Посмотрим, сколько очков с этого выезда приведет Акбарс. Очень интересно. И ошибка Шона Тяжки. Бросок по воротам и Гарипов. Классный момент. Александр Нестеров попадает в итоге в защитника. И бросок по воротам. Больно. Больно сейчас Лукоянову. Принимает он на себя бросок. Еще момент. И нету шайбы в ворота. И все-таки выбивают ее с пятака общими усилиями. Чуть-чуть не точно ее отправляют. Вот, посмотрите этот момент. И буквально каких-то сантиметров не хватило Александру Горошанскому, что... Соколов мощно идет. Тело в тело. Никулин тоже не из робкого десятка. Выходит Акбарс со своей зоны. Уже в полном составе. Хозяева может атаковать. Вернов! Еще момент и гол! Как же так? Разводит руки Илья Проскуряков. Продавил оборону Мирнов. Ну и потом, как здорово играет на добивании Константин Корнеев. Это был... Вот ошибка. Здорово, как на раз, два, три. Все разыгрывают хоккеисты Акбарса. И Костицын. Сергей Костицын был на острие атаки. И вот тут замешательство у Адмирала. 3-0. Третья шайба в воротах Ильи Проскурякова. И в кругу вбрасывание. А бросок с кистей Костицына без шансов. Ну и что, замена вратаря у Адмирала, дорогие друзья. Иван Налимов появляется. Женя. Проходит это диагональ. Передача в центр на Владиславу Женина. Но не проходит она. И бросок. Момент и гол. Сыграл на добивании Владислав Ушенин. Бросок. Лисин тут боролся здорово. Ну и забивает. 71 номер. Владислав Ушенин. Шайбу в ворота Гарипова. Выход 1-0. Сумел простить их должника, спасти свою команду. И отбрасывание сейчас Илья Зубов. Но периодически у Акбарса шансы, безусловно, возникают. И какая ошибка! И просто повезло. Счастье для удачных защитников. Лисин, четвертый нападающий сейчас играет. Сейчас Янколаш еще сзади. И момент! Гол! Вот вам и Адмирал. 3-2. Сокращают разрыв в счете моряки. И вновь шайба в большинстве. Четко реализует свои моменты из Адмирала. Никто не держал Яна Коларжа. Пошли казаться в чужую зону. Хорошее подключение защитника. Пауза. И бросок. Налимов сбивает. Поставить щитки на лед.
потерял клюшку. Голкипер адмирала. А без нее он как без рук. Передача на пятак, бросок на Лимов. И без нее справляется и быстро берет снаряд обратно. Передача на пятак, оставляет шайбу Мусин в игре. Сейчас очень неплохое давление было у Терки Акбарса в чужой зоне. И ошибка, гол! Ошибка казанцев и адмирал отыгрывается с 0-3. Блестяще, блестяще действуют сегодня дальневосточники. И пока Бергфорс первый будет на шабе. Мощный бросок, еще добивание, раз-два спасает голкипер Акбарса, еще момент! Где шайба? На воротах! А на воротах! Вот это да! Как там она очутилась? Еще раз давайте посмотрим этот момент, бросок от синей линии, Бергфорс опять хорошо играет Гарипов. Ну и тут вот не сумел прижать он шайбу к воротам. Бросок Сигарева, тоже шайба там в куче мали. И Гюнге. Гюнге выбрасывает клюшку. Вот, посмотрите. Прекрасно это видно. Вот, Гюнге наехал и шайбу ворот. А не хотел бы еще оказаться на месте Душа Макгрегора. В результате видео просмотра определено. Шайба была заброшена рукой. 5 ворот нет. Спокойно. Адмирал контролирует шайбу. Пытается доверенного разыграть, вывести партнера на бросок. Ой, здорово! И вы с ленточки буквально шайбу выбрасывают. Берет номерного. Оттеснили десятку от Барса от шайбы, но и адмирал уже расстроен в чувствах. И... Где шайба? В воротах? Нет. Ой, должен быть просмотр момента на последних секундах. Как адмирал 5 на 4 упускает Варнакова 1-0. Вот она шайба в коньке. И вот оно движение. После видео просмотра определено. Шайба пересекла линию ворот. 4-3 Акбарс. 4-3 Акбарс. Шайба пересекла линию ворот. Бедный Душан Грегор. Ликует Казань. Плачет Владивосток. По-другому и не скажешь, дорогие друзья.